Я заранее приношу свои извинения, если вещи, о которых мы будем говорить, части из вас, по крайней мере, будут довольно знакомыми. Но в любом случае, у нас есть определенный угол, что ли, зрения, связанный с общей тематикой школы, тематикой конфликта. Мы постараемся, в общем, достаточно известные факты рассмотреть под этим углом и представить их в общем контексте еврейских войн, которые, как вы знаете, ведутся в еврейских общинах на протяжении многих сотен лет и вообще, может быть, являются чуть ли не самой характерной чертой еврейского традиционного, не только традиционного существования. Противостояние между различными группами, между индивидуумами, конфликты, в которые вовлекаются различные части общины и даже общества, и не только еврейского общества, и окружающего общества, и власти. Все здесь будет представлено и в этом конкретном случае. Понятно, что для того, чтобы проанализировать тот или иной конфликт, нам необходим контекст этого конфликта, нам необходимо понимать, что, собственно, предлагала каждая из сторон, вовлеченных в этот конфликт, какого рода разногласия привели к столкновению, какую форму приняли эти столкновения и так далее. И начнем мы так, с очень общего контекста. Мы знаем, что восточноевропейское еврейство отличалось тем, что в нем на протяжении уже многих-многих поколений, более 250 лет, существуют две большие группы, два больших движения, хасиды и их противники. Собственно, ситуация конфликта, иногда достаточно острого и достаточно глубокого, который оставляет серьезные шрамы на теле единого еврейского общества, ситуация эта не является чем-то особенным в, скажем, в отношении хасидизма или противников хасидизма. Конфликтов было много. На самом бытовом уровне, на самом идеологическом уровне, в разные эпохи, еврейское общество выработало определенный механизм для их предотвращения, их регулирования. Иначе бы оно не смогло просуществовать в тот длительный период времени, как общество единое. Эти механизмы базировались на системе самоуправления. Собственно, сама эта система возникла и сформировалась, и развивалась целью предотвращения внутренних конфликтов и гармонизации отношений между различными индивидуумами, объединенными в рамках общин. Этот механизм работал достаточно эффективно до определенного момента. Собственно, как можно было разрегулировать конфликт в традиционной этой структуре, в традиционной общине? Какие инструменты можно было использовать для гармонизации отношений? Достаточно радикальные инструменты. Mm-hmm. Какой суд? Равинский суд. Равинский суд. Что значит равинский суд? Ну, в сторону приходит какой-то авторитет, и прислушиваться делаешь. Это верно. То есть само существование определенного авторитета, авторитета для всех, скажем, раввина или раввинского суда, помогает решить тот или иной конфликт. С одним условием. Mm-hmm. Каким? То, что они могут оба члены этой общины. И это недостаточно. Этот... Совершенно верно. Стороны должны заранее согласиться с тем, что они принимают решение этого самого авторитета. Проблема начинается тогда, когда одна из сторон вовсе не считает этот авторитет авторитетом. А в какой ситуации это возможно? Ну, если разные нусахи, скажем так, разные там направления. Какие направления? Ну, условно, скажем так, если там какие-нибудь Южные Польши придут там, с помощью ашкеназом и сефардом, вот то время, когда там была сефардская община, то естественно, что сефард не будет судиться там в ашкеназском суде, или там кто-то из романьот не будет судиться в ашкеназском суде. Это не совсем естественно. Более того, часто происходило обратно, именно что ашкеназский суд мог разобрать какой-то конфликт между сефардами и ашкеназами, если они жили в рамках одной общины, даже если существуют две общины параллельно в одной и той же локации. Авторитет раввинского суда, независимо от его принадлежности той или иной субкультуре, даже ашкеназской или сефардской, достаточно велик. Проблема возникает, когда речь идет не о бытовом конфликте,
когда речь идет об идеологическом конфликте, когда у каждой из сторон есть своя система взглядов, и в эту систему взглядов не вписываются чужаки. Авторитет какой-то, да, какой-нибудь, там, не знаю, раввин, или председатель суда, или глава общины, или вообще кагал, как административный орган. Если он отождествляется одной из сторон с идеологией другой стороны, естественно, лишается всякого авторитета в глазах вот этой вот первой стороны. То есть, когда вовлекается в эти конфликты идеология, тут возникают проблемы. На самом деле, бытовых конфликтов огромное количество всегда было, и это не так интересно. Интересно, когда бытовой конфликт наслаивается... Это к нам? Проблема возникает, когда бытовой конфликт наслаивается на идеологический, когда за рядовыми столкновениями маячит на самом деле раскол более глубокий. Нужно помнить только, что идеология удел немногих, что на самом деле массы не стремятся к какой-то идеологической системе и не определяют свое существование какими-то отвлеченными принципами, как правило. Поэтому конфликты, о которых мы говорим, они, по крайней мере, начинаются в узких очень кругах. Может быть, поэтому носит иногда достаточно такой агрессивный характер. Когда действительно можно указать на возникновение идеологического конфликта? Когда формируется некоторая новая идеологическая система, пока нет никаких изменений в сфере, что ли, ментальной, то, собственно, нет почвы для развития противостояния такого рода. Мы не будем углубляться слишком в далекие годы, но нам важно вспомнить, скажем, такой конфликт, который на протяжении долгих десятилетий сотрясал еврейское общество в самых разных странах, не только ашкеназский, но и ареал, а позднее проявился особенно остро именно в Восточной Европе. Это конфликт, связанный с воплощением, как тогда казалось, мессианских чаяний евреев. Во второй половине 17 века появляется некий персонаж, может быть, вы слышали о нем, Шабтай Цви, который объявил себя мессией, появился он в Турции, но вера в него распространилась очень быстро на самые разные страны. И в течение нескольких десятилетий действительно в еврейских общинах происходил раскол практически всю вторую половину 17 века. Вся вторая половина 17 века проходила под знаком распространения так называемой саббатианской ереси или шабтаута. Здесь действительно рушились привычные авторитеты, раскалывались общины, провозглашались проклятия, отторжение от общины и так далее. Кстати сказать, этот инструмент мы не упомянули, мы говорили только о раввинском суде. На самом деле любой суд чего-нибудь стоит, если у него есть средства принуждения, достаточно решительные. Одним из таких самых радикальных мер принуждения был херем для отлучения от общины или проклятие. Так вот, этим орудием широко пользовались общины в общинах в условиях идеологического раскола. Хотя, повторяю, в условиях идеологического раскола парадоксальным образом этот инструмент становился наименее эффективным, потому как он тоже зиждился на некотором консенсусе. Если тебя проклинают, ты должен, по крайней мере, верить в то, что это проклятие действенно. Если проклятие исходит от группы людей, которые ты не признаешь как группу авторитетную, тогда ты проклятие не признаешь. Поэтому всякого рода отлучения, направленные против саббатианцев, осложняли их жизнь, конечно, но не способствовали их возвращению в лоно, что ли, не знаю, магистральной традиции. Но, по крайней мере, эти меры служили консолидации и защите той части общества, которая не увлечена была ересью или новым движением. Ситуация конфликта иногда вполне такого внутреннего, саббатианская ересь тому яркий пример. Ситуация конфликта осложняется, когда он выходит за рамки еврейского общества. Это происходило практически всегда, если речь идет о конфликте идеологическом, а не о конфликте бытовом. Даже бытовые конфликты часто выходили за рамки еврейской системы самоуправления, а уж когда речь шла об идеологии, то и подавно. Вмешательство властей нарушало тот баланс, который существовал в еврейском традиционном обществе, который позволял ему решать свои проблемы внутренними какими-то системами. В 50-х годах 18 века в Восточной Европе распространяется особая такая ветвь саббатианской ереси. Ее вдохновителем и руководителем был Яков Франк,
весьма такая колоритная личность. Человек, который одновременно вращался в нескольких мирах, переходил из одной религии в другую, оставаясь при этом в рамках, как это ни странно, еврейского мира, под влиянием турецких сабатианцев в своих путешествиях по Турции. Он принял ислам, потом вернулся в Польшу, собрал вокруг себя немалую группу последователей. Формально, как бы, ему даже не было нужды возвращаться в иудаизм, с точки зрения евреев он остался евреем, о том, что он в какой-то момент принял ислам, мало кто знал. Естественно, что его деятельность выходила за рамки всего того, что принято было считать нормативным в еврейском обществе, и в какой-то момент начинается его преследование, и тут он обращается к властям, более того, к католической церкви. Результатом этого обращения становятся два диспута между франкистами, последователями Франка, и его противниками, два диспута, которые были организованы, собственно, и проводились при активном участии католической церкви, и завершились массовым крещением членов франкистской секты. Не будем сейчас углубляться в ту сложную систему взаимосвязей между франкистами и сабатианской ересью. На самом деле их разделяют почти 100 лет, эти два явления, но они связаны друг с другом органически. Не будем касаться мистических аспектов этой ереси, только отметим, что она вся была замешана на некотором каббалистическом этосе, на определенном таком мистическом энтузиазме. И ни в коей мере нельзя считать франкистов какой-то такой радикальной девиации еврейской традиции. Они существовали в рамках еврейской традиции, они считали себя частью еврейской традиции, так же, как и их предшественники, сабатианцы. Но так или иначе, в конце 17 и весь 18 век в еврейском обществе существует вот эта вот ситуация тлеющего противостояния некой мистической секты, принимающей различные формы сабатианской ереси, которая сама по себе не была единой, да, были различные группы. Противостояние между ними и еврейским обществом в целом. Преследование сабатианцев, а потом Восточной Европе, преследование франкистов заставило их спуститься в подполье. Они действовали тайно, и поэтому всякого рода преследования их всегда начинали с разбирательства, с выявления. Необходимо было выявить еретиков, выявить тех людей, которые отошли от магистральной традиции, сделать публичным их сущность, что ли, еретическую, осудить и принять против них определенные меры. И опять-таки, я повторяю, вмешательство властей чрезвычайно затрудняло эту деятельность, потому как против властей нельзя применять ни хэром, ни каких других мер. Тоже нельзя принимать, нужно подчиняться их решениям. И если, скажем, в результате первого диспута с франкистами церковные власти распорядились о конфискации и сжигании талмудов на Ратушной площади в Каменце, то это, так сказать, газера мина шамаем, это некоторое повеление свыше, ему нужно подчиниться. Остается только внутренняя сфера, сфера борьбы с еретиками. Но опять-таки и здесь тоже присутствие властных структур делало практически невозможным принятие каких-либо действенных мер против распространения ереси. Тем более, что у этой ереси была серьезная идеологическая база. Она основывалась на многовековой традиции, считавшейся священной, на мистической традиции. Некоторые исследователи считают, что эти расколы, которые принимали различную форму в разных еврейских общинах и в разных регионах, привели к компрометации всего мистического учения. Отказа от этой важнейшей отрасли еврейского религиозного существования и предпочтению явного, открытого учения. Это, видимо, не совсем точно. Последние десятилетия все больше приобретает популярность представление о том, что наоборот, конфликтная ситуация способствовала росту интереса людей к тому, что находится за рамками этого конфликта, на чем основываются эти конфликты, а именно к мистическому учению.
Если это ересь, это мессианское движение, сабатианское движение основывалось на кабале, то борьба с ним должна была привлечь внимание общества к самых широких кругов общества, к мистике. И действительно, нельзя сказать, что популярность кабалы предшествовала широкой популярности, да, предшествовала распространению сабатианской и франкистской ереси. Скорее наоборот, распространение этой ереси способствовало популяризации каббалистических идей. Но так или иначе, несмотря или благодаря всем этим событиям, всем этим процессам, в начале 18 века можно говорить об оживлении интереса к кабале в самых широких кругах ученой части, естественно, еврейского общества, к мистике, к мистическому переживанию, к мистическому служению. Складываются особые такие кружки каббалистов-мистиков, которые избирают особый путь служению Богу. В этом выборе и в этом служении нет ничего еретического. Никто из них, или почти никто из них, да, не следовал каким-то завиральным мессианским идеям и не стремился к воплощению тех мистических ритуалов, которые вел в свое время Шабтай Цви. Некоторые из них боролись с сабатианской ересью, но сама атмосфера вот этого вот противостояния способствовала все большему, все более глубокому проникновению мистических представлений в самую толщу еврейской религиозной жизни. И вот, в обрядовую сторону еврейской религиозной жизни, в предпочтения интеллектуальные те или иные, тех или иных, что ли, литературных памятников. Это привело к всплеску такой творческой активности в сфере мистического служения. Но нас, в нашем контексте, интересует прежде всего социально-культурный аспект. В XVIII веке в Восточной Европе складываются достаточно четко очерченные мистические кружки каббалистов, которые не только посвящали свою жизнь изучению мистических текстов и стремлению к некому мистическому идеалу служения Всевышнему, эти люди еще и организовывали свою жизнь в соответствии с мистическими представлениями. Они жили замкнуто, они не участвовали в общественной, даже в экономической жизни своего окружения. Они воспринимали себя как небольшой круг избранных, которому дано постичь тайны, сокрытые от других, и таковыми их считали и те люди, которые не примыкали к этим кружкам. Общины готовы были поддерживать эти небольшие группы каббалистов-мистиков, считая, что их деятельность в конечном итоге способствует гармонизации мира. Да. А как происходило принятие вот этих кружков? Но это не молодежное движение, да? Никаких особых ритуалов. Членских взносов нету. Членские взносы возложены на общину, они, собственно, да, члены общины платят, по большому счету, из своего кармана. Для поддержания этих людей. Человек вот ощущает в себе некую потребность, некий мистический... Но как только он ощутит эту потребность, дальше уже все идет само собой. Нет, перед ним открываются миры, он преображается. Естественно, что окружающие это замечают. Естественно, что те, которые уже пережили эту трансформацию, принимают его в свой круг. Нет никаких ритуалов и никаких критерий. Нет, то есть ну, как бы ситуация, что у кого-то есть вот это мистическое вдохновение, его не принимают, например. То есть, ну... Здравствуйте, статистика. Экзамен по там, лурианской кабале, по практической кабале. Вы пользуетесь как бы современной терминологией, современными представлениями. Мы не говорим о формальном институте. Это какой-то критерий, по которому отделяют, условно говоря, городских сумасшедших. От, это критерий чрезвычайно размыт. Я вряд ли смогу даже ответить на это. В любом случае, мы говорим с вами об обществе, которое живет очень замкнуто и внутри очень тесно. Да? Люди видят друг друга и знают друг друга. Поэтому нет необходимости в каких-то формальных ритуалах или каких-то формальных экзаменах. Люди видят, чем человек занимается, как он живет, как он молится. Нет, тут же вопрос в том, что если общины поддерживают вот этот клоис, то... Но вот вы использовали термин, да, который я только-только хотел упомянуть. Точно верно, есть некоторые организационные рамки. Да, эта группа людей собирается в некотором помещении. По названию этого помещения клоис. Да?
которые тоже используются для разных, для назначения разных явлений. Но в данном конкретном случае, если говорить о реалиях Восточной Европы 18 века, клойс – это сообщество людей, которые посвящают себя исключительно изучению священных текстов, большей частью текстов мистических. Так вот, чтобы попасть в этот кружок, нужно доказать свою способность чтения текстов и тех мистических переживаний, которые испытывают члены этого кружка. И для этого не нужно никакого экзамена, ведь клойс действует на глазах у всех. Это, понятное дело, закрытый кружок, но закрытость его скорее воображаемая такая. Нету своего здания, своего помещения, пропускной системы. Это группа людей, которая остается после молитвы. Это группа людей, которые посетители синагоги все время видят в каком-то там углу или, может быть, даже в соседней комнате. А попадают туда, ну, можно сказать, по знакомству. Вот проходится слух, что есть некий молодой человек, который день и ночь сидит над фолиантами, и эти фолианты включают в себя определенные священные тексты, и молитва его исключительно такая особенная, и светится он весь, когда молится, ну и так далее, всякие другие критерии, которые я реально смогу перечислить. На него обращают внимание, с ним заговаривают, он постепенно входит вот в этот самый кружок, а может быть, его туда приводит какой-нибудь из членов кружка, который опять-таки с ним познакомился в рамках некоторых совместных ритуалов религиозных. Это достаточно такой стихийный процесс, результатом которого является формирование вполне определенного кружка людей, которых все знают, которых все уважают, и которые живут особой жизнью. Особым путем. Этот путь служения называется хасидским путем. Дера хасидит. Их называют хасидами. Хасид – праведник. Слово, которое использовалось еще во времена Второго храма для обозначения особенно приверженного, что ли, религиозной жизни человека, особенно праведного человека. Здесь, правда, приобретает значение несколько иное этот термин. Хасид – это тот человек, который избрал вот этот вот мистический путь служения Всевышнему, связанный с весьма серьезными лишениями. Это и самоизоляция, это и всякого рода аскеза. Но это внешние, что ли, факторы. На самом деле весь инструментарий и отрешение, своего рода отшельничество и аскеза, все это инструменты для достижения особого состояния души, особой высоты служения, особого мистического переживания, которое может быть достигнуто исключительно, если ты разрываешь связь с внешним материальным миром. Это был своеобразный такой консенсус мистических кругов. Самым знаменитым таким вот клойзом или объединением был клойз в Бродах. И тоже стоит, наверное, на нем сказать пару слов. Клойс вообще-то спонсируемое сообщество. Общины или чаще, может быть, даже частными пожертвованиями. Люди готовы жертвовать деньги для того, чтобы поддержать этих святых мужей, от деятельности которых сокрыты от глаз профанов, от деятельности их зависит существование не только самой общины, не только еврейского народа, но и всей Вселенной. Так вот, на такое пожертвование существовал в середине 18 века кружок ученых-каббалистов, мистиков в Бродах. Они сидели в главной синагоге Бродской, непонятно, только в отдельном помещении, не в отдельном помещении, но все знали, что это люди особенные, и действительно это были особенные люди. Практически, ну, не вся, конечно, но значительная часть раввинистической элиты второй половины 18 века вышла из этого клойза в самых разных местах. Помимо, собственно, Восточной Европы, это еще и рав Ландау, пражский раввин, это рабби Элиэзер из Амстердама, это рабби Гершон из Кут, переселившийся потом в Хеврон и в Иерусалим. Видные галахисты, видные мистики, которые в какой-то момент занимают и видные общественные должности. Главный раввин. Пражский раввин – это общественная должность. Рав Хескель Ландау, несмотря на свое такое отшельничество и интерес к мистике, прекрасно вписывается в конечном итоге в реалии одной из габсбургских столиц. И вынужден на своем посту приветствовать те реформы, которые осуществляются в Австрии Йозефом II в 80-х годах 18 века. То есть как бы для большинства участников клойза этот период отшельничества – часть их жизни.
определенный этап своего рода социализации на самом высоком уровне общественной жизни. Были такие клоузы, такие кружки в других местах. Нам известно о существовании прям в то же самое время, параллельно с клоузом в Бродах, кружка Раби Моше из Кут, или Кутова. Небольшой галицийский городок. В отличие от Брод, никакой особой экономической роли этот город не играл, но тем не менее там сформировался очень важный и влиятельный кружок мистиков-каббалистов, которые практиковали вот этот самый особый хасидский образ жизни. Нет никакой прямой связи между хасидами этого типа, будем называть их хасидами старого типа, хасидами-каббалистами, и хасидским движением. Никакого хасидского движения еще не существует, там, на всякий случай. Это я отмечу. Так вот, кружки каббалистов-мистиков этого типа были составной частью еврейской традиции. Можно даже сказать, авангардом еврейской традиции. Их воспринимали как таковых, они сами себя считали основой еврейской религиозной жизни, и региональной, и, собственно, такой общемировой. Авторитет их был чрезвычайно высок. Никто не стремился подвергнуть сомнению истинность их мистического переживания и значения их деятельности. Все это принималось как данность, и оставалось только поддерживать эту деятельность, выказывать свое почтение разными способами в отношении этих людей, и со временем может принимать на раввинские должности наиболее выдающихся из представителей этих кругов. Другими словами, речь идет о составной части традиционной элиты еврейского общества. Мистическое что ли, переживание становится таким образом одним из важнейших критериев, одним из важнейших признаков еврейской религиозной элиты этого времени. Не то чтобы не было раввинов, которые не занимались каббалой, но занятия каббалой считались очень важной составляющей религиозной жизни на самом высоком ее уровне. И опять-таки, мы не знаем численности этих кругов, но мы можем указать по разным источникам на существование, параллельное существование небольших или более значимых, формализованных или менее формализованных кругов, которые, или кружков, групп, которые собирались чаще всего вокруг некой персоны, такой харизматической, которая могла за собой увлечь, которая могла организовать, что ли, функционирование этого кружка, выстраивать определенные иерархические отношения в этом кружке. Такой лидер, как правило, окружал себя учениками, и это все было частью, легитимной частью развития существования еврейской религиозной традиции в Восточной Европе в XVIII веке. Именно в этом кругу и начинает свою деятельность, или в этих кругах начинает свою деятельность человек по имени Исраэль бен Элиэзер, прославившийся как Раби Исраэль Бешт, или просто Бешт, человек, которого считают основателем хасидизма, хасидского движения. Вот, собственно, мы приступаем к нашей теме. Я думаю, что все сегодняшнее занятие мы посвятим хасидизму, может быть, даже часть следующего, просто потому что невозможно говорить о хасидском расколе, не уяснив некоторых основных понятий, что ли, связанных с хасидским движением, и особенно с его началом и той базой, на которой оно формируется. И здесь я отмечу сразу же, что хасидское движение — это явление очень многообразное. Когда мы говорим о хасидизме, мы говорим о целом комплексе различных явлений, религиозных, социальных, ритуальных, каких угодно. И к тому же это явление достаточно динамичное, оно развивается, оно меняет свой облик из поколения в поколение. И тем не менее можно выделить некоторую базу, некоторые общие его черты, некоторые общие посылы, которые восходят к деятельности того самого раби Исраэля бен Элиэзера, прозванным Бештом и Большим Толом. Поразительным образом о самом этом человеке нам практически ничего не известно.
Мы не знаем ничего о его семье, не знаем ничего о его детстве. Нас же непонятно, каким образом он стал тем, кем он стал. И здесь мы попадаем в плен, с одной стороны, некоторых построений общих, а с другой стороны, всякого рода сведений и рассказов, причем весьма детальных, которые предлагают нам вполне разработанную такую структуру биографическую, жизнь, деятельность основателя христианизма Раби Исраэль Баям Шем Тов. В частности, о родителях, о семье. Все эти сведения на самом деле у нас имеются. Мы раскрываем хасидские книжки, а главную, может быть, самую интересную для нас книгу, не так давно переведенную на русский язык и изданную. В хорошем таком издании, к сожалению, на этом прилавке, я сейчас проверил, ее нет, но я очень рекомендую, если найдете. А, так вот, и там все, все рассказано, собственно, искать ничего не надо. А сколько Шевхи Гаш действительно... Сейчас, сейчас, одну секундочку, к этому отнесемся. И об отце Раби Элиэзере, и матери Саре, там все рассказано, это люди благочестивые, естественно, которые как бы жили в том регионе, где позднее жил Бешт и действовал Бешт в, на границе между Галицией и Валахией, скажем так. И район этот был весьма небезопасен в то время. Постоянные набеги татары, турки и всякие внутренние междоусобицы. И в результате семья эта испытала много всяких переживаний и приключений. Раби Элиэзер, отец Бешта, попал в плен и был продан в рабство турками. Его купил некий турецкий визирь, и тот стал у него рабом, служащим, служил у него, что ли, при дворе. Неважно, в еврейских источниках это все равно эвед, раб. Но Раби Элиэзер был человеком благочестивым и чрезвычайно умным. И визирь стал слушаться его советов и приблизил его к себе. И в какой-то момент настолько преуспел, что султан обратил внимание на то, что его визирь чрезвычайно поумнел, неожиданно. И тогда он стал выспрашивать у него, как же так, что такое произошло, и выяснил, что он во всем следует совету своего раба Элиэзера. И тогда он, султан забрал этого Элиэзера к себе, и тоже был восхищен его умом и проницательностью. И все развивалось подрастающе, замечательно, пока в какой-то момент султан не решил вознаградить раба Элиэзера и предложил ему жены свою дочь. Тут-то все и кончилось, потому что Раби Элиэзер уже был к тому времени женат, не говоря же о том, что дочь султана никак не годилась ему в жены. И, в общем, он вынужден был бежать, и ему удалось бежать и вернуться в Подолию, в Галицию или в Валахию, тут источники противоречат друг другу. И там он встретил вновь свою жену, и у них родился сын, и этим сыном был Раби Исраэль. Что тут, собственно, еще, какие еще биографические данные нам нужны? Какая замечательная история. Тут, естественно, возникает ваш вопрос. Именно из-за красочности эта история не должна слишком нам внушать доверие. Почему, собственно, в конце концов, в жизни бывают самые разные вещи. И если мы будем по этим принципам относиться ко всем сведениям, то вообще история превратится во что-то такое занудное и скучное. То есть, если какое-то приключение у человека, значит, оно недостоверно. Но это не очень хороший подход, хотя, надо сказать, безопасный. Нас замечать должно здесь что-то другое. Хотя это не относится, собственно, к нашей теме. Но, тем не менее... Подумаем. Что нас здесь смущает? Ну, почти сказочность нарратива. Что а вот... в чем его сказочность? В том, что он такой яркий. Ну, знаете, можно найти кучу реальных историй, которые были не менее яркими и не менее сказочными, тем не менее совершенно реальными. Не, ну то, что сюжет похож на сказочный. Ну да. Что значит похож на сказочный? Там, ну, можно, скажем так, открыть Арна Томпсона, открыть, ну вот сюжет там умный, там, слуга, который возвышается. Ну, конечно, не сказочный. Ну, это фольклорный. Это история Иосифа. Это история Иосифа. Это вообще фольклорный сюжет, который кочует на протяжении многих сотен лет. Из поколения в поколение, между различными народами, рассказывая на разных языках. И тут-то действительно зажигается красная лампочка. Ну, ну что это за история действительно такая? Сложно ей в нее поверить, даже если там не было определенных противоречий. Просто потому, что она типичная очень. И в Декамероне, и сама история Иосифа, конечно же, и в Декамерон, и фольклорные какие-то восточноевропейские источники, все нам рассказывают одну и ту же историю. Скорее всего, она нереальна, не соответствует данным конкретным биографическим реалиям. О чем это говорит? О том, что, видимо, рассказчик, как вплоть до поздних поколений, которым важно было донести до своих слушателей или читателей значение раба Исраэля Бешта, испытывали определенный дискомфорт от того, что
о главном, о детстве мы мало что знаем. В еврейском сознании семья играет очень важную роль, происхождение, скажем так, играет очень важную роль. И как может у такого человека не быть подобающего происхождения? И вот эту лакуну, этот вакуум и заполняют в соответствии с определенными ментальными структурами, которые находят отражение в мировом фольклоре. Но это на самом деле нас увело несколько в сторону. Нам важно понять не то, из какой семьи вышел Раби Исраэль бен Элиэзер, а, собственно, в чем заключалась его деятельность, почему он стал личностью столь известной. По всей видимости, Исраэль Бешт, когда его еще не называли Бештом, примкнул к кругам каббалистов-мистиков в силу своих каких-то душевных и ментальных качеств. По крайней мере, уже во взрослом состоянии мы его видим во главе определенного кружка каббалистов-мистиков, которые совместно пытаются достичь религиозного совершенства, выработать свой путь служения Богу в соответствии с теми представлениями и нормами, которые были характерны для тех кружков каббалистов-мистиков, о которых мы с вами говорили. Бешт замечательно вписывается в эти реалии. Более того, он находился в контакте с лидерами определенных кружков, в достаточно интенсивном контакте. Мы знаем, что его шурин, Рав Гершон из Кута, личность вполне сама по себе значимая, был участником Бродского Клойза. Мы знаем, что Рав Исраэль переписывался и стал в контакте с Рав Муше из Кут, другим каббалистом-мистиком, с главой одного из кружков каббалистов этого периода. Некоторые из так называемых учеников Бешта сами по себе тоже представляются нам в более поздних, конечно, рассказах, но тем не менее достаточно достоверно представляются нам как лидеры или, по крайней мере, участники таких вот кружков. То есть на самом деле начало деятельности Бешта замечательно вписывается в ту, что ли, ментальную карту или религиозную карту, которую мы с вами рассмотрели. Наличие в определенных общинах некоторых замкнутых таких кружков каббалистов-мистиков, каждый из которых разрабатывает особую систему служения Всевышнему, базирующуюся на мистическом знании. Все эти кружки обозначаются как хасиды, и это совершенно не то хасидское движение, которое мы знаем. Оно не является массовым, оно достаточно размыто, то есть не является некоторым самостоятельным феноменом, а представляет собой интегральную часть магистральной еврейской традиции, причем элитарную часть этой традиции. Понятно ли это? И тем не менее, мы мало что знаем о лидерах других вот мистических кружков, и мы много знаем о последователях Бешт. Не каждый такой круг привел к формированию целого движения. Не каждый такой кружок привел к тем сдвигам в культурной карте еврейского общества в Восточной Европе, который привел кружок Бешт. Что же особенно было в деятельности Рав Исраэля бен Элиэзера? Это на самом деле совсем непростой вопрос. И точно ответа на него нет. По той простой причине, что нет у нас сочинений Рав Исраэля бен Элиэзера. Он не писал книг, он вообще не писал сочинений, скажем так, в лучшем случае письма. И письма эти, естественным образом, до нас не дошли, за исключением двух. Достаточно больших, развернутых, но недостаточных для того, чтобы реконструировать некоторую систему взглядов. Поэтому мы, собственно, вынуждены пользоваться всякого рода историями, рассказами, которые, как правило, фиксировались через много-много лет после смерти Рав Исраэля. Поэтому ученые предпочитают каким-то образом реконструировать, что ли, учение Бешта из различных внешних каких-то источников или свидетельств. Пытаться разгадать эту тайну превращения небольшого кружка каббалистов-мистиков в массовое движение при помощи различных, что ли, трактовок, анализа различных элементов истории этого движения. Например, самого прозвания Рав Исраэля. Сейчас, конечно, это уже пройденный этап, но тем не менее стоит к нему отнестись. Бешт или Бааль Шем Тов
термин, который звучит весьма впечатляюще. Бальшемтов, властелин доброго имени. На самом деле, это термин технический. И вряд ли может нам помочь в выявлении особенностей вот именно этого персонажа. Бальшемтов, или Бальшем, это человек, который обладает определенными магическими знаниями и навыками, которые он может использовать для, ну как бы это определить в самом широком смысле, для улучшения условий жизни окружения. То есть или для предоставления магических услуг своему окружению. Поиски пропавшего имущества или людей, изгнание духов, дибуков, да и просто излечение от болезней. Большим это знахарь. Это такой сельский врач. Ну, часто противоставляется, собственно, вот эти Бальшем многочисленные и вот Бальшемцев. Все-таки там есть даже одна майса, где, собственно, спрашивают кого-то там из ветеранов. Ну, вот вы знали Бальшем? Кого-кого Бальшема? Ну, кого? Бальшемтов. О, вот именно так его зовут. Бальшемтов. Ну да, конечно. Это уже апологетика более позднего периода, потому как, опять-таки, для последователей Бешта, а точнее для учеников, его учеников и так далее, становилось более-более проблематично. Вот эта вот ситуация, когда такой великий человек, создатель учения, человек, находящийся в непосредственном контакте с высшими мирами, занимался магической практикой. Магическая практика не пользовалась большим уважением в еврейском обществе, хотя была широко распространена. Но это был удел людей иногда даже недостаточно, не слишком грамотных. Балей Шем — это... Это совсем не значит, что Бальшем вовсе не означает вообще каббалистов-мистиков. Это некоторая прикладная составляющая, не столько даже мистического, сколько магического знания. Есть всякого рода практические книги. Причем явно не еврейский мотив. Ну, это так не воспринимается. Но в общем, это человек, который действует действительно на рубеже между еврейской и нееврейской практикой. В магической практике это ведь не только использование имен, хотя это дает, собственно, это определяет сам термин. Но это не только использование имен, там, скажем, ангелов каких-то и высших сил. Это еще и народная медицина. Собственно, Бальшем — это народный врачеватель. Он использует магические средства, но наряду с ними и всякого рода другие средства, там толченые какие-то камни, растения, какие-то заговоры разного типа, и, скажем, та же переписка, это сложно назвать перепиской, обмен некоторыми записками между Раби Моше Лескутов, великим каббалистом, и Раби Исраэль Бештом, основателем хасидизма. Этот контакт зафиксированный связан с неким средством врачевательным, которое Раби Моше пытается выяснить у Бешта, и тот, видимо, ему его передает. И более того, в этой переписке упоминается цыгане как источник знаний об этом самом средстве. Ничего такого особенного каббалистического, ничего такого элитарного. Поэтому прозвание Бешта не поднимает, а скорее снижает его образ. И попытки, которые делаются в более поздней литературе, как-то отличить, вот есть Бальшем, а есть Бальшемтов, и это совсем, совсем разное. Бальшемтов — это как бы некое высшее воплощение магического знания, а Бальшем — это бытовое воплощение этого знания. Так вот, нет оснований для этого развлечения. Есть у нас упоминание о Бальшемтов, которое имеет отношение к Бешту. Поэтому и здесь мы не находим ничего такого особенного, которое, чтобы выделяло Бешта из его окружения. Да, это каббалист-мистик, который использует свои мистические знания еще и для такого рода деятельности. Эта деятельность не является элитарной, она, кстати сказать, не является позорной или унизительной. Ни в коей мере. Позднее, под влиянием идей уже современных, народное врачевание приобретает свой такой сомнительный статус. В то время это была одна из сфер деятельности, вполне легитимных, людей уважаемых или не очень уважаемых, но это как бы не связано с их статусом в обществе. Ну, уже эпоха просвещения как-никак идет уже сколько-то. Конечно, и так далее. Это, может быть, рано говорить в этот период, о влиянии духа просвещения. Но в начале 19 века, конечно, уже стоит к этому отнестись, и мы еще отнесемся. Но так или иначе, не в этом заключается особенность статуса Бешта.
Видимо, в его учении, опять-таки, учение это выявить сложно, настолько, что, скажем, машаиды, такой наиболее яркий исследователь каббалы современный, вообще предпочитают говорить не об учении Бешта, а об учениях Бешта. Справедливо замечаю, что человек, в конце концов, несколько десятилетий проповедовал. За эти годы у него могли измениться какие-то взгляды. И не нужно считать, что все, что когда-то и где-то он говорил, и это было зафиксировано, все это должно складываться в некоторую единую, последовательную, непротиворечимую систему мистического служения. Для того, чтобы понять, что представлял собой Бешт, нужно в целом отнестись к его учению, выявить цели, скажем так, да, этого учения. К чему он готовил своих слушателей? Он действительно, видимо, довольно быстро стал такой доминантной фигурой. Это видно в стиле его писем, двух тех писем, которые сохранились, и в рассказах о нем, которые принято считать более или менее достоверными. То есть это человек, который знает о своей силе, о своих возможностях сверхъестественных, и использует эту силу, эти возможности для того, чтобы наставить сведущих на путь истины, наставить тех людей, которые к нему обращаются, в их служении Всевышнему. Так вот, Бешт выявляет определенный... Выявляет определенные принципы, в соответствии с которыми, он считает, следует служить Всевышнему. И здесь возникают определенные трудности, потому что для нас, для понимания этих принципов, потому что он обращается, Бешт обращается к словарю каббалистов-мистиков старого типа. Он использует те термины, которые использовались и ранее. И поэтому на наш внешний взгляд как бы нет особой разницы между тем, что он проповедует, и тем, что говорилось, писалось на протяжении многих поколений в кругах каббалистов-мистиков. В частности, ключевым термином в теории хасидизма является понятие прилепления к Всевышнему – двекут. Естественным образом Бешт не мог проигнорировать этот термин, это понятие. Более того, у него это понятие столь же центральное место занимает и в сочинениях его предшественников, каббалистов-мистиков. Но он наделяет это представление некоторым иным содержанием. Он ставит его в некоторую иную точку. Что такое состояние твикут? Прилепление от корня. Твек, табак, прилепился. Прилепление к Богу. Это наивысшее состояние мистического служения. Наивысшая ступень. Собственно, к этому состоянию стремится каждый каббалист-мистик. Все то отрешение, вся та аскеза, вся та борьба со своими внутренними составляющими и внешним миром, который ведет каждый уважающий себя мистик, все это направлено на то, чтобы достигнуть высшего состояния близости к Всевышнему, и это и есть состояние двикут. Далеко не каждому удается достичь этого состояния. И поэтому обсуждение того, что является наиболее эффективным путем к достижению двикута, обсуждение этого вопроса занимает немало места в повседневном служении и в литературном творчестве мистиков разных поколений, задолго еще до Бешта. Но Бешт несколько переиначивает здесь и представляет акценты. Да, двикут является главной целью служения, мистического служения. Но не просто главной целью мистического служения, а основным содержанием мистического служения. В чем здесь разница? Для каббалистов, мистиков старого типа двикут — это конец пути. Для Бешта двикут — это и начало, и середина, и конец пути. Это все. Нет никакого смысла в служении любого типа, если оно совершается вне состояния двикут. Ни молитва, ни изучение Торы, ни совершение особых ритуалов, так называемых исправлений, ритуалов лурианской каббалы. Все эти элементы не существуют сами по себе. Они предназначены для того, чтобы войти в состояние двикут. И когда ты входишь в состояние двикут, тогда то, что ты делаешь, и наполняется смыслом. Тогда, собственно, твое религиозное служение становится правильным служением. А без этого оно лишено всякого смысла. Это определенная радикализация представления о мистическом служении. Но это ни в коей мере не переворот. Собственно, любой каббалист
полуслова поймет и проблематику, и особый, что ли, изыск такого подхода. Это представление может показаться действительно радикальным и совершенно фантастическим, потому как сложно ожидать от человека, что он в состоянии в любом своем религиозном акте достигнуть высшего этапа в служении Богу одним прыжком. И оно действительно было бы таким радикальным, если бы не еще один принцип, который ложится в основу представлений Бешта о религиозном служении. И опять-таки, в этом принципе тоже нет ничего такого религиозного и нового. Он основывается на определенном толковании цитат из священных текстов. Воспользуемся самой популярной цитатой, которая иллюстрирует второй принцип. Сказано в книге пророка Исаии, вся земля полна его славы. Его большой буквы. Да, то есть славы Бога. Сказано в другом месте, в Талмудических источниках, «Лей татар пану именея». Нет места, кроме, нет места свободного от него. От него, от Всевышнего. И этот принцип предлагается Бештам как основополагающий онтологический принцип. Собственно, весь мир наполнен божественным присутствием. Всевышний присутствует в каждом проявлении материального мира. Божественный свет пронизывает все стороны мира. Повсеместное присутствие Бога. Ну и так далее. Как это связано с состоянием Двикут? Осознание того, что Всевышний присутствует в каждом материальном проявлении мира, облегчает, естественно, путь к Нему, к Всевышнему. Не нужно преодолевать вот эту вот пропасть, которая отделяет мир тварный от мира горнего. Этой пропасти нет. И как только ты это осознаешь, как только ты приходишь к этому пониманию, этому ощущению, естественным образом оказываешься сразу же на высшей ступени служения Всевышнему, потому что ты осознал эту тайну. В одном из рассказов о Веште, на самом деле, даже не рассказ о Веште, а пересказ его притчи, пересказ, который действительно, видимо, достоверен, так как зафиксирован непосредственно учеником Вешта, так называемая притча о дворце. Этот принцип повсеместного присутствия и достижимости, что ли, Бога, представлен весьма, весьма зримо. Я имею в виду знаменитую притчу, которую, может быть, слышали о дворце и стенах. Так она называется. Раби Яаков Йосеф из Полонного, один из таких наиболее видных учеников Бешта, первый, собственно, его ученик, который пытался зафиксировать некоторые элементы учения Бешта, перемешанные со своими собственными соображениями, рассказывает, что он слышал от Бешта такую притчу, что был однажды царь, который решил испытать своих подданных и путем иллюзии создал стены и ворота и скрылся за этими стенами и воротами. И рассыпал у всех ворот сокровища всякого рода, но самого его не было совершенно видно, и подданные его опечалились и пытались проникнуть туда, к нему, за стены и ворота. И подходили к воротам и находили сокровища, но самого его, царя своего, не удостоились увидеть. И только сын его, любящий, понял, что нет никаких стен и ворот, и что только это иллюзии, и что все это только иллюзии. Когда он это понял, то исчезли стены и ворота, и он увидел своего отца, царя. Содержание притчи понятно, смысл притчи понятен. Когда в еврейских источниках говорят о царе, то прежде всего подразумевают царя царей, Всевышнего. Так вот вам два пути служения Богу. Один из них вполне как бы примитивный, вполне легитимный, но не лучший путь, не самый результативный, не самый эффективный. Это следовать воротам, там рассыпано сокровище, ты стремишься к Всевышнему, ты видишь его дворец, ты приходишь к воротам и обретаешь то, что обретаешь у этих ворот. Но есть более радикальный путь, значительно более эффективный. Просто проигнорировать эти самые ворота и стены, тогда ты увидишь самого царя. Не сокровища, которые там рассыпаны, что тоже немаловажно, а увидишь самого царя.
И вот это вот понимание того, что все, что окружает нас, это на самом деле иллюзия, а на самом деле существует только Он, Всевышний, это понимание и должно способствовать состоянию, достижению состояния Двикут. Это понимание должно сопутствовать любому религиозному акту. Молитва должна совершаться так, как будто ты совершаешь ее непосредственно перед Всевышним, который явлен тебе вот в этом самом месте, где ты находишься. Выполнение заповедей обретает смысл тогда, когда каждое твое действие воспринимается тобой как действие перед лицом Всевышнего Создателя этих самых заповедей, того, кто от тебя требует их выполнения. Изучение Торы должно осуществляться так, как будто бы ты читаешь эту книгу перед Всевышним. И осознав это, ты достигаешь полного слияния с Богом, и мир, на самом деле иллюзия, перестает тебя отвлекать и смущать. Это очень важный момент. Собственно, и это представление о тотальном присутствии Бога, так же, как и представление о Двикуте, как высшей ступени служения Всевышнему, можно найти и в каббалистических сочинениях предшественников Бешта, в том числе и достаточно удаленных. Но соединение этих принципов в некой единой системе в какой-то степени, видимо, это новшество Бешта. На самом деле представление о том, что мир наполнен божественным присутствием, привело его и к проповеди некого особого состояния души, характерного, как мы знаем, для хасидизма в целом. Это отказ от аскетизма и требования служения в радости. Служение в радости. Так как весь мир наполнен божественным присутствием, то нет места для сокрушения сердца и всякого рода терзаний, которые характерны для религиозного переживания любого мистика. Чем вызваны эти терзания? Тем расстоянием, той пропастью, которая развивается, которая разверзается перед человеком, когда он обращается к Всевышнему. Тот момент, когда он понимает, что этой пропасти нету, что на самом деле Всевышний в каждом объекте, в каждом поступке, в каждой мысли, понятно, что нормального человека хватит состояния радости. И вот на подъеме этом радостном он сможет и осознать, и почувствовать присутствие Бога, и добраться до состояния Двикут. Это действительно было новым. Как стремились достигнуть состояния Двикут каббалисты-мистики старого типа? Отрешением от мира, отказом от материальных благ, суровой аскезы. Бес предлагает совсем иное. Сокрушение сердца в данном конкретном случае наносит ущерб. Человек, погружающийся в уныние, отдаляет себя, а не приближает себя. И таким образом, эта недостижимая цель для обычного каббалиста-мистика, состояние Двикут, становится вполне достижимой, близкой, понятной и радостной. Особым проявлением этого нового подхода стало учение Бешта о так называемых чуждых мыслях. И опять-таки здесь мы говорим с вами о проблемах, которые встают перед человеком, посвятившим себя мистическому служению. Что мешает рядовому мистику, если можно так сказать, достигнуть наивысшего религиозного совершенства и прилепления к Всевышнему? Что ему мешает? Как вы думаете, из вашего личного опыта? Ну, приходит мысль, которая отвлекает, там, читаешь книгу, там, например, потом смотришь, да, я забыл там сегодня там сделать то-то, то-то. Совершенно то, что называется махмот хрим, вот эти вот левые мысли. Левые мысли — это хорошее определение, да, это именно оно.
То, что отвлекает человека от сосредоточения на главное. Отвлекает его очень многое. Чаще всего действительно всякого рода мелкие заботы. Семья. Например. Да? Семья. Бытовые заботы. Счет в банке. Или счет за электричество, который не с чего платить. Бывает. Так вот, это вредные мысли, это чуждые мысли. Почему они чуждые? Потому что они отвлекают тебя от главного, от служения Всевышним. Это могут быть, кстати сказать, мысли и менее безобидные, менее нейтральные. Но интересно, что мистиками они все равно воспринимаются не как какие-то особые мысли, а как часть вот всего этого назойливого мира. Мысли о женщине. Это точно опасные мысли во время служения Всевышнего. Но в плане категориальном, как бы, они лежат в той же самой категории чуждых мыслей, отвлекающих мыслей, назойливых, левых, как мы определили. Так вот, что с ними делать? Если это отвлекающий фактор, нужно их уничтожить. Эти мысли нужно подавить в зародыше. И это то, чем занимается нормальный мистик-каббалист. Он для того, собственно, изолирует себя от внешнего мира, чтобы избавиться от всех препон на пути к высшему служению, в том числе и чуждых мыслей. Как можно от них избавиться? Самыми разными, весьма радикальными путями. Жесточайшей аскезой, постом, омовением в ледяной воде, погружением в ледяную воду. Приходится себя истязать за эти самые чуждые мысли, отвечают на самом деле материальные составляющие человека, да, тела. Так вот, нужно этому телу отомстить. Это то, чем занимаются каббалисты, аскеты. С точки зрения Бешта, это все неверно. Потому как такого рода практика отделяет тебя от внешнего мира. А именно во внешнем мире существует Божественный Свет. Он всюду, во всех проявлениях внешнего мира, в том числе и в чуждых мыслях. Если ты это осознаешь, если ты следуешь этому принципу повсеместного присутствия Бога, если ты служишь Ему в радости, в этой системе нет места для радикальной аскезы и для подавления чуждых мыслей. Более того, сама по себе чуждая мысль приобретает определенную ценность. Она проявление материального мира, о материальном мире, рассыпанной искрой Божественного Света. Поэтому, отторгая чуждые мысли, ты отторгаешь частицу Божественного Света. Это не значит, что нужно отвлекаться от служения Всевышнему на всякие помыслы бренные. Нужно просто эти самые помыслы переосмыслить, эти мысли возвысить, поднять. И это тоже очень важный аспект проповеди Бешта в отношении служения как бы, Всевышнему. Поднятие чуждых мыслей. Как это сделать? Нужно вдуматься то, что является, задуматься о том, что является источником всего на свете. Связать эту самую мысль с ее божественным источником. И тогда она приобретает совсем иной характер. Самый распространенный пример, который, может быть, и встречали в какой-нибудь проповеднической литературе, это все та же пресловутая мысль о женщине. Так вот, сама по себе эта мысль не является ни в коей мере греховной, потому как она так же, как и все остальное в этом мире, связана с источником божественного света. Нужно только понять, как она связана. Именно мысль о красоте в этом отношении чрезвычайно показательна. Если женская красота так привлекает тебя, то представь себе, как должен тебя привлечь источник этой красоты. А источником этой красоты является Божественный Свет. И проделав эти вот мысленные такие упражнения, ты сразу же отвлекаешься от материальной оболочки этого света и восходишь непосредственно к его источнику. И таким образом достигаешь состояния Двикут. Прилепление к этому самому источнику. Понятно, что, может быть, литература мысли, да, как отдельная составляющая учения. Может, к этому добавить еще некоторые представления Бешта о роли лидера или того человека, который овладел мистическими знаниями или поднялся высоко на пути к истинному служению. В чем заключается функция избранного, того, кто знает, как служить Богу. Показать путь. Совершенно верно. Показать путь. То есть, другими словами, он должен быть обращен не только вверх, но и вниз. Настоящий, посвященный, да, лидер, может быть, не очень хорошее слово, оно слишком социально заострено. Он должен быть обращен одновременно и наверх, и
и вниз, и к Всевышнему, и к тем людям, за которых он отвечает. И чем больше у него возможностей и знаний, тем больше его ответственность за судьбу его окружения, за судьбу еврейского народа. Этот мотив «Клал Исраэль», сообщество Израиля, за которое отвечает посвященный, тоже очень важен в учении Бешта, потому как он не слишком соответствует представлениям каббалистов-мистиков, настроенных на изоляцию, на отрешение. В конце концов, человек, который отрешается от внешнего мира, снимает с себя ответственность за него. Или, по крайней мере, переносит ее в некие иные координаты мистические. Для Бешта это было невозможно. Он считал себя лично ответственным за то, что происходит вокруг него. И в рассказах о нем, и в письмах его, в тех самых двух. Это проявляется очень сильно. В одном из писем он пишет о том, как он поднялся к престолу Мессии во время ритуала, который известен тем, кто занимается, наверное, исследованием мистики, так называемое путешествие души. Так вот, он предпринял это упражнение, что ли, и поднялся к престолу Мессии и спросил его, когда ты будешь, когда ты явишься, господин. Тот сказал ему, тогда, когда твои источники прорвутся наружу. И есть самые разные толкования этого странного высказывания, но в любом случае оно связывает его будущее мира, искупление с деятельностью Бешта. Есть и другие рассказы, исходящие в том числе от Бешта, как он вмешивался во всякого рода кровавые наветы. Не слишком удачно, как мы знаем из исторических хроник, где Бешт не упоминается. Но тем не менее предпринял такую попытку, чтобы вмешаться и предотвратить то или иное бедствие, которое обрушивается на еврейский народ. То есть эта ответственность за общество, в котором ты живешь, тоже характерна для его учения и в какой-то степени отличает это учение от каббалистической, хасидской, предшествовавшей Бешту практики. Это, если можно так сказать, учение Бешта на пальцах. На самом деле все это достаточно сложно, и особенно сложно отделить то, что присоединяется к этому учению более поздних поколений, от того, что, собственно, он сам проповедует. Но если оставаться действительно в рамках этих достаточно общих принципов, мы можем надеяться на то, что мы адекватно реконструируем в целом учение Бешта, его настрой, его ориентация. И здесь нам важно задаться вопросом, который часто при исследовании хасидизма и в хасидском и снагетского раскола вводит в заблуждение. Кому были адресованы эти проповеди? Кто являлся целевой аудиторией Бешта? Женщины, простой народ. Амарец. То есть, я не знаю, почему женщины? Почему нет? А что вы видите здесь такого женского? Я сейчас пожалуюсь Гиле. Что в этом вы видите особо женского? Через женщин уже непосредственно подобраться. Нет, вы увиливаете. Вы сказали, женщина и простой народ считают, что женщина – это часть простого народа. То есть простой народ, и женщины. Но и вы в каком-то отношении правы. Для традиционного сознания женщины – это те, которые… Нет, не так. Наверняка об этом будет говорить, я же говорила Александра Поляна. Когда идишские авторы пытаются определить свою аудиторию в предисловии к идишской книге, я имею в виду традиционных идишских авторов, до начала идишской литературы. Они пишут, что эта книга предназначена для женщин и для мужчин, которые как женщины. И речь идет совсем не о том, о чем вы подумали. Да, мужчины, которые как женщины, это значит, что они тоже не знают Торы, как женщины, которым это не полагается. Другими словами, простые люди. Оставим женщин в стороне. Амеарец. Которые плохо знают Лошен Коэль. Конечно, невежды, люди простые. Потому как что, собственно, о чем думает простой человек, который борется с повседневными проблемами, которым нужно заработать какие-то деньги, который целиком и полностью погружен в этот материальный мир, эти водовозы, эти ремесленники, которые Торы-то толком не знают и молиться не успевают. О чем они думают? Они думают о том, как именно достичь мне того особого состояния, слияния с божественным светом, искры, которые рассыпаны по всему миру. Это то, что занимает простых людей. Не так ли?
Почему простолюдина должна увлечь эта проповедь? Что он знает о драме мистика, который борется с материальным миром Ситра Ахра? Для него, для простого человека, материальный мир — это неуплаченная там какая-то аренда шинка, это пьяный гой, которого нужно вытащить из-под скамьи и куда-нибудь там определить. Но ему, да, это для него как раз дает возможность тоже найти эту искру божественного. Каким образом? Так, по крайней мере, он знал. Замечательно. Во-первых, это нужно понять. Во-вторых, с этим нужно что-то делать. Так, по крайней мере, он знал, что он помолится, и все будет хорошо. Не нарушает белахи более или менее, насколько это возможно, и все в порядке. А тут появляется какой-то беж. И говорит ему, нет, даже если ты помолишься, даже если ты будешь сидеть и учиться день и ночь, пока ты не достигнешь особого какого-то состояния двекут, все, что ты делаешь, никому не нужно. Вытаскивая этого пьяного гоя из-под скамейки, ты тоже каким-то образом участвуешь в божественной истории. Но представляете, какой путь интеллектуальный должен пройти человек, чтобы дойти до такого высокого служения? Вытаскивая... Нет интеллектуального пути. Другое дело, ты целый день молишься, ты заучиваешь все эти молитвы, ты должен проводить ночи в обучении. А кто сказал, что этого не надо делать? Кто сказал, что этого всего, что вы перечислили, не надо делать? Это понятно, что это нужно делать. Это очевидно. Нет смысла даже об этом говорить. Наоборот, Беш говорит, что этого недостаточно. Он не говорит, что этого не надо. Он говорит, этого недостаточно. Этого мало. Нужно к этому добавить главное. А именно, ко всему вот этому ты должен еще достигнуть особого понимания, особого состояния. Ты должен проделать определенные мистические какие-то упражнения, которые не только недоступны простолюдинам, они недоступны даже людям посвященным и грамотным. Ну вот это и уравнивает водовоза и человека. Но это посвящен. Совсем не, это уравнивает их очень низко. То есть, скажем так, простой человек от этого не почувствует облегчения, а вот ученый человек тут может почувствовать действительно некоторую фрустрацию. Но тут специально есть подтекст, что вот если все мы будем заниматься так углубленно, служить Богу с Дрейкусом, значит придет Машех, и значит нам не нужно вытаскивать пьяных гоев и шинков, мы будем уже в Иерусалиме, в третьем храме, всем нам будет хорошо. Вот, то есть, как бы, если как бы смысл для простого человека, ну окей, я буду молиться так, ну и придет Машех, и все. Нет этих панов, нет этих всяких помещиков. Но чтобы он пришел, выясняется, нужно совершить такое, что простой человек не только не сможет совершить, он даже не сможет понять, о чем идет речь. Я вам приведу один пример. На самом деле, рассказ о Беште, который всегда приводится как доказательство особого его широты взглядов и обращения к простолюдинам. Рассказывают про Беште, что однажды в общину, где он жил, приехал проповедник. Даже не так, Беште не жил в общине. Он приехал в определенную общину, остановился у главы общины, и в эту общину приехал проповедник. Приехал проповедник, персонаж достаточно известный, распространенный, человек, который зарабатывает тем, что говорит людям гадости. Вот такой изврат в традиционном обществе. То есть собирают людей и начинают их бичевать, рассказывать о том, как они грешат, и что их именно конкретно и очень конкретно ожидает в будущем мире, какие муки и ужасы, еще не поздно раскаяться, и в общем, мы же смотрим фильмы ужасов. Вот это действительно такого рода развлечение. Приехал такой проповедник, и все к нему побежали. И, как правило, чем страшнее картины, которые рисует проповедник, тем больше его популярность. А Беште остался дома и услышал, не будем задаваться вопросом, как именно он услышал, что проповедник клевещет на Израиль. И он страшно разгневался и послал служку, чтобы тот позвал главу общины, и стало известно, что Беште недоволен, и все разбежались. И проповедник в самом, так сказать, таком, видимо, моменте доминантном своей проповеди вдруг оказался в пустом зале. Он очень удивился, узнал, что дело в Беште, пошел к нему и спросил его, что случилось, почему ты меня рассердился. И он сказал ему, ты клеветник, сказал ему Беште. Знаешь же, что сыны Израиля весь день бегают по рынку в поисках пропитания, в какой-то момент вспоминают, что нужно помолиться Минху, дневную молитву, и бегут, и молятся, и произносят слова, которые сами не понимают, и все равно престол ангелов и серафимов сотрясается от этой молитвы. Ну, вот вам, пожалуйста, действительно проповедь простого служения. Проблема в том, что эта история с большим трудом, то есть практически никак не сопрягается с той системой, которую высказывает Беште в отношении, когда он беседует с другими адресатами. Это никак не соответствует тому Беште, который вырисовывается в трудах его ученика, Яков Йосеф из Паломного. И поэтому, наверное, нужно все-таки понять, что
у человека, который видит перед собой определенный путь, есть разные аудитории. К одной аудитории он обращается одним образом, к другой аудитории он обращается другим образом. Когда он говорит о правильном пути служения Всевышнему, когда он говорит обо всем этом, он обращается к элите, потому что только элита знает, что такое Двикут. Только элита, которая уже много накопила опыта в мистическом служении, и не всегда удачного опыта, только эта элита поможет в состоянии оценить новшество учения Бешта. Рассказывают про его одного из его учеников, Рабби Нахмана из Городенки, который говорил, что когда я был хасидом, да, то Бешта, то есть хасидом, каббалистом, я всю ночь опускался, погружался в прорубь. И когда я возвращался из этих погружений в комнату, которая была натоплена так, что стены ее горели, я продолжал еще долгие часы дрожать от холода. И все равно, пока не встретился с Бештом, я не мог избавиться от чуждых мыслей. Здесь совсем другая система отношений. Речь идет о человеке, который глубоко и полностью погружен в систему мистического переживания и мистического служения. И в этой системе ему чего-то не хватает, он не может добраться до совершенства. И тут появляется Бешт, и он наставляет его в соответствии с этим принципом, о котором мы говорим. И он выходит на правильный путь. Для человека простого все это совершенно не актуально, потому что не принято ему просто так, не принято у него просто так погружаться целую ночь в прорубь и избавляться от чуждых мыслей. А что для простого человека? А для простого человека не важно. Достаточно того, что они молятся, как молятся, побегав по на рынке, и пускай себе живут. Не к ним обращается Бешт. Бешт обращается к ученым, к мистикам, к элите. Так же, как это делали все другие известные нам лидеры, участники кружков каббалистов-мистиков. Рабби Моше из Кут не собрал вокруг себя простолюдинов, но он находит замечательный общий язык с Бештом. Рабби Дов Бер из Межеричи, ученик Бешта, и некоторые утверждают, наследник, ну в любом случае продолжатель его учения, был каббалистом, талмудистом, мистиком. И приблизился он к Бешту, потому что тот показал ему, как изучать каббалу. И в рассказе об этом, опять-таки, мы вынуждены пользоваться некоторыми историями, но они, может быть, не передают факты, но они передают атмосферу. Так вот, в истории о том, как Довбер приблизился к Бешту, рассказано о том, как он однажды пришел к нему, ну, не совсем так, как он однажды стал к нему приходить. Не будем сейчас сложной подробности. Он стал просто посещать Бешта. И тут заметили все, что он как-то ослабел и стал падать в обморок периодически, этот самый Довбер. И стали объяснять ему, что с ним случилось, почему он попадает в постоянное состояние. Он рассказал, что однажды он пришел ночью к Бешту и увидел того, как тот изучает, сидит над книгой. Причем очень интересная подробность, которую, может быть, вы сможете помочь в ее расшифровке. На данный момент не совсем понятно, что она означает. Он увидел Бешта, который сидит над книгой в волчьем тулупе, вывернутом в волчьей шкуре, вывернутой наизнанку, и на голове его горит светильник. И когда он поздоровался с ним, Бешт спросил, знаешь ли ты каббалу? И тот говорит, знаю. Давай, говорит Бешт, читай, дал ему книгу. И стал Довбер читать по этой книге. Сказал ему Бешт, ты неправильно читаешь. И взял у него книгу и стал читать. И тут раздались громы, молния, и Довберу стало плохо, и после этого и голоса стали звучать у него в ушах. И после этого он стал терять сознание. Вот это вот адресат Бешта. Именно в таких вот обстоятельствах происходит передача этого учения. Для простых людей тут места особенно не находится. И это очень важно, это очень важно понимать. Более того, достаточно, в конце концов, мы же историки, мы должны верить, или ученые, неважно, мы не должны верить тому, что говорится, мы должны верить фактам, мы должны проверить. Если проповедь Бешта адресована к простым людям, значит, в его окружении должны быть простые люди. Очень странно, что эту проверку не проделал, скажем, Дубнов, великий историк хасидизма, великий историк вообще, и хасидизма в частности. Имена его учеников все нам известны по рассказам о Беште. Там нет ни одного человека простого, ни одного. Самым простым, наверное, является Рабби Нахман из Косово, который помимо своих мистических студий еще был
арендатора, правда, крупного арендатора. Остальные либо это проповедники и раввины, либо это мистики, каббалисты старого типа. Но у него есть еще возница Алексей. Ну, возница. Во-первых, возница не выполняет роли в ранних, скажем так, историях обежды, возница не выполняет никакой важной роли. И нужно отделять здесь действительно ранние источники от более поздних. Потом рассказы, так как мы, может, еще поговорим об этом, хотя вряд ли в рамках этого курса, так как в какой-то момент важным очень компонентом, что ли, литературного хасидизма становятся рассказы о цадиках, то там появляется куча всяких дополнительных персонажей, связей, которые, соответственно, с Берестом не связаны. Это все нарративы середины 19 века. И там есть определенная апологетика. Там есть определенная апологетика. Можно ее проследить. Хасиды, хасидские лидеры или интеллектуалы хасидские более позднего периода, они-то как раз и пытаются этот мотив особой народности хасидизма выделить. Нет никаких сомнений, что в этом сказалось влияние того общественного сдвига и ментального сдвига, который произошел в обществе европейском в целом в середине в 19 веке. Да, ориентация, популистская ориентация различных движений. Несомненно, она проявляется здесь таким образом. Но если посмотреть Шейхея Бешт, прославление Бешт, это, собственно, самый ранний и наиболее достоверный, если можно так сказать, источник о Беште. Если посмотреть, если перестать, то там второстепенным, не так, там простым людям не отведено даже второстепенного места. Они там появляются в большом количестве, но чаще всего как пассивные объекты, не адресаты проповеди, а как та самая часть Клали Исраэль, ради которой Бешт и совершает свои там чудеса и восхождение к престолу Всевышнего. И поэтому они не могут считаться его учениками, а его проповедь обращена не к ним. Он обращается к элите. Он сам часть элиты, и он обращается к элите. И от этой элиты ожидает трансформации в соответствии с вот этим вот принципом. Он не ожидает, как можно понять из этого рассказа, который я приводил раньше, о молитве на рынке. Он не ожидает от людей простых, что они будут служить в соответствии с теми принципами, которые он проповедует. Это принципы для избранных, которые отвечают за людей простых, но не в состоянии, но не стремятся и не в состоянии передать этим простым людям какие-то мистические тайны, по крайней мере на этом этапе, на этапе раннего хасидизма. Элементы популярные проникают в хасидское учение в значительно более поздний период. Более того, мы не можем говорить, я забегаю вперед, скажу, да, мы не можем говорить, уже во всяком случае, не в период Бешта, а о народном характере этого движения, потому что речь идет, ну, о двух, трех, может быть, десятках людей. Может быть, четыре десятка людей. Ну, пять. Но это действительно единицы. Это единицы. И все они принадлежат определенному слою. У Бешта есть и другие люди, с которыми ходит контакт. Заказчики, те, кто пользуются его услугами магическими. Но не будем же мы их причислять к кругу тех, кого он учит жизни. К кругу тех, кому он передает свое учение. Я вижу, что вы со мной не согласны. Вы можете высказаться. Я? Да? Да, потому что у Дубнова позиция такая, что учение Бешта с самого начала было народное. То, что многие люди удивлялись, когда с ним разговаривали, что он на самом деле очень образованный в сфере, в области Талмуда человек. И третье, это в том, что ваша притча, которую вы привели, извините, пожалуйста, но вы не сказали главного. Этот проповедник, он клеветал на человека, он ругал человека, он решал, что с ним делать. Человек, который в суе забыл одну из молитв в служении. И тогда Бешт сказал ему, что вообще мы не должны обращать на это внимание, потому что бедный еврей, он да, вот весь день он проводит в поте лица, и тот факт, что он забыл какую-то молитву, он не является... это очень важно. Это очень здорово, что вы говорите об этом. Это как раз показывает ту трансформацию, которую претерпел хасидизм в течение поколений. Я рассказал вам притчу, которая зафиксирована в источнике 1815 года, так, как она там зафиксирована. Никакого упоминания о том, о чем вы говорите, там нет. Это не значит, что вы не прочитали ее с этой вставочкой. Вы прочитали ее в другом источнике или вам рассказали ее из другого источника. Потому что эти тексты на протяжении многих поколений переосмыслялись и корректировались или трактовались в соответствии с теми представлениями, которые формировались в том или ином поколении хасидских лидеров или хасидских наставников. Большие усилия были предприняты хасидами, я бы даже сказал так, предпринимаются хасидами
для того, чтобы представить хасидизм как народное течение, которое на самом деле отвечает глубинным чаяниям всего еврейского народа. Но кроме того, Дубнов, он же не только еврейский историк, он и русский народник в каком-то смысле. Естественно, что ему было важно увидеть, что вот у евреев есть такое нормальное низовое социальное течение, которое отвечает чаяниям. Ну, конечно, и которое совершенно противоположно тем обскурантам и традиционной элите, которые его угнетали. Он пишет, но это уже другой вопрос. Дубнов начинает писать свою историю хасидизма в весьма тяжелых условиях, хасидит в Мстиславле, ненавистном ему родном городе, окруженный своей семьей, в смысле там, дядя, помню, там дед еще был жив, ортодоксами такими кондовыми меснагерами, не хасидскими. И вот этот мир застывший, как бы мертвый и мертвенный, и умерзляющий, окружающий его, ненавистный ему, он ему противопоставляет нечто совсем иное. Нечто светлое, народное, революционное, которое позднее, как утверждает Дубнов, было приятно найти идеалы Вешта, о которых он говорит, не эти. Хотя он излагает, кстати сказать, концепции Вешта, он излагает это вполне адекватно. Это стоит почитать. Так вот эта вот народность потом была предана более поздними лидерами хасидизма. На самом деле, забегая вперед, скажу, что все произошло прямо наоборот. Хасидизм проделал путь от элитарного течения, даже не течения, а элитарной группы ученых-мистиков, сконцентрирующихся вокруг Бешта и его ученика, Недобера, от этого, что ли, круга, хасидизм проделал путь к народному, массовому, поистине народному движению, в плане даже статистического, в плане требований к образованности и так далее. Вот все то, о чем вы говорите, популизм, ярко выраженный хасидский, формируется не раньше, наверное, 19 века. Посылки к нему немного формируются немного раньше, конечно. Но в 19 веке это движение действительно становится народным. Не в эпоху Бешта. Не в эпоху Бешта. И поэтому схема хасидского конфликта, последнее, что я сегодня скажу, схема хасидского конфликта, которая прослеживается и у Дубнова, и на самом деле в наших общих представлениях о хасидизме, ошибочных, надо сказать, представлениях. Так вот, схема конфликта тоже меняется. Получается, что представление о том, что вот возникло народное такое революционное, можно сказать, движение, которое смело старые мертвенные идеалы, отяжелявшие жизнь простых людей. Так вот, появление этого движения, естественно, столкнулось с сопротивлением, с контрреволюцией, с обскурантистами всякого рода, которые не хотели уступить свой статус, свои позиции вот этой самой, этому самому новому движению. И, естественно, они его гнобили, преследовали, как это водится у консерваторов, контрреволюционеров и обскурантов. Да? Так вот, это не совсем так. По крайней мере, это не соответствует той схеме, которую мы начали разворачивать сегодня. Продолжим завтра. Если есть вопросы, пожалуйста. Кстати, это, наверное, вы поняли по ходу беседы. Если у вас есть вопросы, можете прямо во время моей речи их попытаться представить. В крайнем случае, я на них не отвечу. Да. По поводу географии все-таки. Почему это все зарождается именно в Подоле? То есть понятно, что там есть какой-то бульон через границу туда-сюда. А параллельно с этим что-то подобное в других регионах зарождается или нет? Нет, не зарождается. Не зарождается. Но ведь мы видели с вами, что ничего такого особенного пока что не зародилось. Да, то есть поначалу это вполне такая нормальная составная часть. В Восточной Европе было несколько больше таких вот кружков. Сложно сказать почему, но они существовали и западнее значительно. Почему из этого кружка, одного из кружков Восточной Европы формируется движение именно там? Сложно сказать. Может быть, все говорят действительно о многообразии культурной жизни, там, о различных этнических и религиозных группах, которые были представлены именно в этом регионе Подолье, Галиция, Валахия. Возможно, например, есть всякие по этому поводу замечательные вещи. Тот же Идель, я расскажу, потому что я уже упомянул эту притчу, а это высказывание все равно никогда не опубликует. Он как-то на одной из лекций говорил о том, что это за история такая про Бога, который иллюзии создал стены и башни, то есть мир, собственно. Что это за... Нету в еврейской традиции никакого бога, который иллюзией что-то такое создает, иллюзорный мир создает. Это же майя индийский. Это же я совершенно мотивы индуистские. А как они
оказались у Бешта. Цыгане. Цыгане – это район, в котором кочуют, значит, цыганское население. Более того, есть у нас свидетельство о том, что у Бешта были контакты с цыганами в том самом письме Раймуша Искутова. В рамках своей врачевательской деятельности он использовал всякого рода методы, в том числе почерпнутые у цыган. То есть в пользу, так сказать, вашего предположения, да, то, что вы сказали. Такое многообразие различных религиозных практик в одном регионе, но это невозможно проследить. Есть огромная, есть близость определенная, скажем так, значительная между некоторыми концепциями, которые предлагаются Бештом и его учениками, и некоторыми представлениями в православном старческом учении. Это Туров об этом писал, и некоторые другие. Есть действительно стремление найти какие-то контакты, потому что сходство есть. Сходство есть в религиозных практиках региона и в религиозных практиках хасидизма. Сходство есть, а контактов нет. Не, ну почему? Допустим, на самом деле они же, эти интеллектуалы, еще 17 века, они кочуют и в Западную Европу, то есть там из Минска в Мец. Вполне себе. Почему в Западной Европе ничего вдруг такого не возникает? Там же тоже в каком-нибудь Эльзасе, там и Иоанна Баптиста, и Бог знает кто, ровно такая же куча каких-то... Это замечательный вопрос, но нет на него ответа. Более того, хуже того, в этом же направлении один из видных учеников Довбе, два на самом деле, да, но будем говорить об одном, Шмелки и Бинки, совершенно верно. Яркий такой хасидский лидер. О нем куча историй существует, он вполне, так сказать, должен был стать частью всего этого. Но так получилось, ему предложили выгодную очень должность в Николсбурге, в Михайлове. Как он называется? Микулов. В Микулове. Предложили ему пост раввина, он туда переезжает. И все, как отрезало. Никакой хасидской практики, никакой. В рассказах, конечно, продолжают про него чего-то такое говорить. В восточной Европе, восточнее, да, в Подольско-Волынско-Галицийском регионе. А там он ведет себя вполне как такой богемский рав, без всяких проблем. И то же самое его брат. Они вместе во Франкфурте тут оказывается. И тоже ничего мы не знаем о его хасидских пристрастиях там. Нет у него там хасидов. И не было. Не знаю, как это объяснить. И распространение хасидизма тоже доходит. Почему, типа, там, уж у Молчановки ничего не получилось, но почему они, допустим, в Западной Европе не самозародились? Все-таки подобные кружки же есть очень много. Ну, в Западной Европе. Это же было много. Есть представление, Михаил Сильвер считает, что там, где распространилась скала, там не распространился хасидизм. Но это все до скалы. Это не совсем. Не совсем. Скажем так, мы не знаем, какие идеи были в головах там, разных мистиков германских в 60-е годы 18 века. Это тоже Эйбшиц и Эмден. Да, я не упоминал этот конфликт. Эйбшиц и Эмден, связанный с Сабатянским конфликтом, борьба между двумя крупнейшими раввинами Европы. Они живут в самых таких западных центрах. Один из них при этом Сабатянец. Вполне могло бы там что-то развить. Но как движение этого не сформировалось. То есть различия нужно искать в 90-х годах. Скажем, в 90-х годах влияние скалы уже достаточно значимо. Любопытно посмотреть на Венгрию, скажем. Там тоже... Ведь это та область, где сталкивается Восточная Европа с Центральной, в плане еврейском. И там есть четкие границы, докуда дошел хасидизм, докуда не дошел. А там, куда не дошел, там более сильны были просветительские тенденции. Есть, на самом деле, и в хасидских рассказах всякие вещи. Вообще, хасидские рассказы – это вещи даже поддельные. Иногда настолько глубокие, что просто невозможно отделаться от каких-то таких мыслей ненаучных. Есть, например, такой рассказ, который был найден в так называемой Херсонской генизе. Сборник документов, опубликованных в 20-е годы, найденный там каким-то солдатом еврейским в какой-то синагоге. Неважно. Так вот, там был рассказ о том хасидских, каких-то ранних хасидских лидеров. Я сейчас даже точно не помню, кто там вырисован, как они рассуждают вот об этом, о распространении хасидизма. И один говорит, что там они куда-то едут и не доезжают до Учпицина. Такое место. Так вот, и почему вот хасидский лидер, не помню сейчас, Довбер или кто-то другой, говорит, что там я вижу черные тучи, я вижу над этим местом черные тучи, и они сворачивают туда. Так вот, этот самый Учпицин, это Освенцим. Это Освенцим. И поэтому как-то все это вылетает вообще какое-то. Самое поразительное не то, что это пишет 20-й год, то есть не так. Самое поразительное в этом, это то, что зафиксирована эта история 20-х годов. Она фальшивая.
что еще более удивительно. Херсонская гениза – это фальсификация. Но, с другой стороны, он же был пограничный с австрийской стороны. Вот, так имеется в виду, то здесь совсем не те ассоциации, которые сразу у нас возникают. Эта община с Венцем была очень важной общиной, она приграничена, была самая западная восточноевропейская община, скажем так. Так вот, хасиды, видимо, те самые тучи, о которых он говорил, это вовсе не то, что у нас ассоциируется со Свенцем. Это собственная скала, собственное просвещение. Да, и они ощущали с самого начала, прекрасно понимали, на самом деле, что это тот мир, в котором нет для них места. И поэтому вот этот, хотя история написана в 20-е годы, ну ладно, нас совсем может запутать.